Маршрутная сетка столичных троллейбусаў павялічыцца на 30 кіламетраў. У наступным годзе пачнуць будаўніцтва троллейбуснай лініі паміж станцыяй метро Каменная Горка і кальцом на вуліцы Каменнагорскай. Яшчэ праз год наладзіць рух троллейбусаў ад вуліцы Нёманскай да Люцынскай і ад Наполеона Орды да Яна Чачота. Але самы буйны праект – троллейбусны маршрут, які цалкам будзе пралягаць праз другую кальцавую аўтадарогу. 33-й маршрут, он работает из микрорайона Дражня до метро Пушкинская. Это, по сути дела, 2/3 всего общего городского кольца. И необходимо только построить троллейбусные линии по проспекту Жукова, улице Аэродромной. Возможно, 33-й троллейбусный маршрут будет работать по часовой стрелке, а 66-й, ну, зеркальный, против часовой стрелки. У столицы амаль скончена масштабная реконструкция трамвайных путей. У верасні плануется завершить все працы на улице Козлова.